Нептун и Амфитрита. Картина итальянского художника Себастьяно Риччи, написанная в период с 1691 по 1694 годы в стиле рококо, находится в музее де Сен-Бернемиса в Мадриде. В 1685-1687 годах Себастьяно Риччи в качестве самостоятельного художника расписывает оратории церкви Мадонна дель Сераль близ Пармы. Элегантные, классицизирующие формы живописи эпохи Возрождения с некой толикой манерности маньеризма сочетаются в этой росписи Риччи с бархатистым и нюансированным колоритом, восходящим к творчеству Кареджи. В 1678 году неосмотрительность юного художника привела к нежелательной беременности его подруги и в конечном счете к большому скандалу. Риччи был обвинен в попытке отравить молодую беременную женщину, чтобы избежать брака. Заключенный в тюрьму, Себастьяно Риччи был отпущен на свободу только после вмешательства дворянина, члена влиятельной семьи Пизани. Позднее, в 1691 году, Риччи женился на матери своего ребенка, хотя этот брак трудно было назвать союзом, скрепленным на небесах.